Дорогие друзья, мы в Гебеле, в деревне Нич, в поселении древних албанцев и их потомков удинов. Вот посмотрите, какие прекрасные крыши, окна, стены. Посмотрите, речной камень вместо асфальта. И это место называется Азербайджан Удиоджаге. Азербайджанский удинский очаг. И вот древний камень. Прямо на входе. Посмотрите, какая здесь красивая архитектура, атмосфера. И сейчас мы будем кушать исконно удинскую еду. Потрясающая погода, природа. Эх. Красиво, весело. Хорошо, от души с душой душевно. Да, вот так и живем, мои хорошие. Давайте-ка зайдем в ресторан, посмотрим, как там, что там, почему там. Для кого, для чего там? Опа. Вы. Опа. Аллилуйя, да, сейчас будет? Сюда, да? Обидай, сними. Какая здесь красота? Клево. Удиоджаге. Очень красиво, очень шикарно, рыбки плавают. Такой райский уголок. Дальше там, а наши где сидят все? Пока еще не сидят. Точнее, ваши. Скоро сядем. Там сидят или? Живем где мы? А, там отель дальше. Это все отель, а здесь будем сидеть. Салам, салам. Видите, соленья, грибочки, кайфочки. Да. Сейчас мы зайдем в музей. Там, по-моему, пошли. Ага, пошли. Опа. Это музей, реально. Смотрите. Я думал, здесь кто-то был. Так, в общем, лет 150 назад людей стригли и брили. Вот, такой классный музей. Здесь, видите, фотоаппараты, которым по 80, по 100 лет. Зенит, Советский Союз. Книги, библиотека. Это женщина Бурдаяши. Ой, да, она здесь жила. Патефон. И сделали. Да. Круто. Это она шьет. Зингер, швейная машинка. Патефон, проигрыватель. Круто. И кто приходит в ресторан, может этот музей посещать. Да. Командир? Опа, яшасын бизин ветеранлар. Здесь комната намаз отага. То есть, армяне из-за того, что церковь убрали, здесь молились. Обалдеть, посмотрите. Да, да. То есть армянам создали здесь даже условия, чтобы они это молили. Армяне не давали, чтобы... Христиане, да, не пускали туда. А обычные христианлар браги. Там, потому что я знаю полностью церковь, они захватили когда-то. А здесь этой женщины, наверное, дети, внуки были. Ну, смотрите, жарко, но здесь прохладно. Обалдеть. Это настоящий печатный салон. Да? Да. Работает. Супер. И там реально топили, прямо в зале. Орда дымоход вар. Дымоход общий, да, были браны и сидят. Обалдеть. Красиво. И второй этаж. И этот называется оджах. Опа. Бурда да гадими халчалар. Ага, здесь ковровая. Да, здесь, наверное, они отдыхали на тахте. Там сидели дни рождения, праздники. Вот такая. Бура, не, не вот так. Смотрите, здесь, короче, держали продукты.
Здесь праздновали свои банкеты. А это вот их утварь. Там стирали, там готовили ун. Здесь вот, например, делали шерсть. Вот их сундук. И здесь же все хранили. Да, бурдада сахлыблар булары. Это место и как склад был, и как банкетный зал, и как все вместе. И прохладно. Зорду. Ну, интересно, без окон. Пенджералеры ехали. Он айгера. Из-за этого, да? А, гащайки. Вот так вот, мои золотые. Спасибо. Она была инвалидом и развозила письма. Не, она написала, что я хочу увидеть мир. Она тоже из этот из известной семьи. Из этой семьи. Она написала в газету тот и со всего мира ей пришли письма. Посмотрите, как интересно. То есть она из-за того, что была инвалидом, еще есть ордена, да, ее отец, наверное, служил. И не могла видеть мир, она была неходячей. И со всего мира ей стали присылать открытки и письма. Эсмира, Эсмира, это про нее. О, круто. Смотрите, как интересно, какая судьба. И сколько писем со всего мира. Круто. И здесь же есть бассейн. То есть летом можно в бассейне плавать. Булах, это настоящий это булах? Настоящий источник, друзья. А откуда идет вода вообще здесь? Опа. Из земли, да? Вот. Из земли. Холодная питьевая вода. Проверяю. Великолепно. А здесь вот делают самогон. А, это самогонный аппарат. А? Опа. Самогонный аппарат, представляете, старинный. Обалдеть. Круто. А здесь есть погреб. Погреб сейчас откроют. И мы сейчас увидим погреб. То есть здесь делали самогон. Самогон, да, вот туда воду делали. Обалдеть. И здесь, наверное, здесь сауна тоже рядом. А, здесь сейчас это, это... О, смотрите, какая дверь. Сейчас что, друзья, мы заходим с вами. Посмотрите. Погреб. Ой, да. Ага. Здесь даже... Ой, да. Смотрите, как прикольно. И как здесь прохладно. Вау. Круто, да? Реально. Это в дереве сделали дверь. Реально крутой объект. Красивый, очень такой эмоциональный, исторический. Напомню, это земли, на которых с тысячелетиями жили албанцы, удины и представители других национальностей, конфессий. Очень такие, знаете, исторические земли, я бы сказал. Это кабинеты, наверное, здесь. Здесь в кабинетах оставили. И это как отель тоже работает? Да, да, да. И отели. А сауна у вас где? Ваш отец? Да, он здесь. Он архитектор и художник. Вы сами жители вот именно Нича? Не, мы живем в Азербайджане, мы не удины. А вы не удины. Так, здесь можно сделать... Барбекю. Барбекю. И он спроектировал этот проект. Да. Да, да. Здесь мы идем, по-моему, к парной. Это на шпалы похоже. Шпалы, да? Это шпалы, друзья, настоящие шпалы, которые клали под рельсы. То есть это баня и шпал. Да. Нет, это не баня. Это... Ой, да. Охотничий дом. Супер. Это? Это просто отель. Это отель. Да. Здесь пруд. Сколько территория вообще здесь? Больше 2 гектара. А дальше это фундук Маглары. Ага, 2 гектара, больше 2 гектаров территории, а дальше... А это настоящий бочки. О. Там были вот, вины раньше. А, в них держали вино? Да, да. Вот сейчас как комната. А, сейчас как... Реально в них вино держали, да, в такие, да, бочки? Да. А сейчас это как кабинет сделали. Зимой нам здесь по кайфу. Ага. И здесь же сауна. Здесь сауна. А, а это папа, уважаемый отец, основатель этого прекрасного объекта. Меня телефон да данышмышь. О, видите, приехал специально к вам.